Доброй ночи. Сегодня обзор очередного изделия китайской промышленности в виде вот такой вот алюминиевой подставки для планшетов, телефонов, которая нужна мне постольку, поскольку была новая покупка. И вот у нас новый телефон, и хотелось бы его носить как-нибудь, использовать в виде телевизора и иметь подставку, благодаря которой его можно будет использовать, ну, не знаю. В принципе, его можно уже при таких размерах. Это Mi Max второй версии уже использовать в качестве планшета. Ну, в принципе, Nexus первых версий, Nexus 7 был 7-дюймовых. Здесь не хватает всего лишь полдюйма. И вот этот кусочек пластмассы очень хорошо сделан. Стоит, кстати, да. Кстати, стоит. Стоит он у нас 280 рублей. Вот так вот, да. Понравилось в этой штуке то, что он легкий. Здесь прорезиненные есть такие вставки. Вот даже вот здесь, это внизу. Чтобы ничего не царапалось. Есть вставки под низу. Есть у нас... Давай, фокусируемся. Есть у нас прорези для проводов. В принципе, достаточно удобная штука. Всячески вам ее рекомендую, потому что, вот, например, даже возьмем наш планшетофон. На него обзор будет чуть подольше, потому что надо попользоваться им чуть подольше. Вот у нас кабель USB-C. И он у нас вставляется, видите. Длины кабеля хватает, чтобы его немного завернуть назад, либо в бок. И он не упирается, когда работает, потому что была у меня мысль поискать аналог вот такого вот, кстати, о предыдущем ролике. Вот у нас для проводов. Была мечта найти что-нибудь такое, вроде бы Belt & Dock, но, к сожалению, при стоимости, я не знаю, от 1500 покупать еще одно устройство как-то не с руки, а так. В принципе, если купить таких вот штучки две еще, закинуть их родственникам, то, я думаю, они будут тоже очень довольны. На этом все. Ссылки на AliExpress я оставлю. Всего лучшего. Ждите следующих видео.